Ну, потому что человек, я еще старой закалки. Мы воспитаны так, что чтобы был какой-то порядок в доме, в государстве, на улице, с соседями. И если это нужно для нашей республики, для наших людей, если что-то будет лучше еще жить нам, вольготнее и спокойнее, то надо выполнять все то, что диктует наше правительство и наши законы белорусские. Ну вот поэтому законопослушный гражданин, как говорят, что я привыкла всегда все делать, как, ну, как гласит совесть, порядок и тому подобное.